Друзья, большой привет! Меня зовут Наталья, и с вами канал «Делай дома». Сегодня будем вдохновляться и наполнять свой дом новогодним настроением. Покажу 5 простых идей новогодних сладостей. Это очень простые и из доступных продуктов сладости. Их можно использовать как новогодний подарок и просто поднять настроение себе и всем своим родным. Для первой сладости нам понадобятся шпажки, маршмеллоу, темная глазурь, или просто шоколадка, крендельки и M&M's. Отправляем глазурь или шоколадку в микроволновку растапливаться, а тем временем надеваем маршмеллоу на шпажки. Крендельки нужно разломать пополам. Растопленной глазурью покрываем маршмеллоу. Крепим половинки крендельков к маршмеллоу, чтобы получились рога. Чтобы крендельки хорошо держались, можно в маршмеллоу прорезать небольшие отверстия ножом. Красную M&M'синку клеим как носик. А глазки делаем из маленьких маршмеллоу. Зрачки рисуем глазурью. Вот такие сладкие олени получились. Надеваем 3 кусочка маршмеллоу на шпажку, имитируя снеговика. Теперь нам понадобятся сахарные карандаши, или можно просто окрасить белую глазурь в оранжевый цвет с помощью пищевого красителя. Рисуем носики снеговикам. Растопленным шоколадом рисуем глаза, ротики и ручки-ветки. Вот такие забавные снеговички получились. С такой сладостью справится даже маленький ребенок. Берем обычную соломку и ломаем края, чтобы соломка была где-то 10 сантиметров. Кладем 8 соломинок рядом и покрываем их белой глазурью. Верхнюю часть покрываем темным шоколадом. Кладем одну соломинку поперек и покрываем ее темной глазурью. Получается снеговичок в шапке. Рисуем носик, глазки и ротик снеговику. На шапочке можно нарисовать снеговичку белой глазурью снежинку для декора. Вот такая хрустящая вкусняшка получилась. Берем белую глазурь или белый шоколад, M&M's и печенье. Его можно испечь или просто купить подходящее. И еще маршмеллоу. Глазурь растапливаем. Наносим глазурь на печеньку в виде кляксы. Разрезаем маршмеллоу по диагонали. Клеим кусочек маршмеллоу сверху на глазурь. Из M&M's делаем пуговки. Теперь нам понадобится обычная конфетка ириска. Срезаем с нее уголок и делаем носик для снеговика.
Клеим носик снеговику. Глазурью рисуем глазки и ротик снеговику. Теперь приступаем к ручкам-веткам. Вот такие забавные печенюшки получились. Сейчас нам понадобится маршмеллоу трех цветов, кондитерский мешок или пакетик уголок. Засыпаем в пакетик сразу розовый маршмеллоу или какие-либо другие мелкие красные конфетки. Теперь сыпем бежевый маршмеллоу и в конце добавим белый. Завязываем пакетик. Вырезаем из белого фетра или просто бумаги усы и клеим к пакетику. Также приклеиваем носик бусинку, глазки и помпончик на уголок. Вот такой забавный Дед Мороз из маршмеллоу получился. Такие сладости поднимут настроение и вам, и вашим детям. Пусть праздничное настроение поскорее приходит к вам в дом. Жду ваших комментариев и надеюсь на подписку. До новых встреч!